Владимир Сапрыкин. Абордаж. Читает автор. Вновь память в юность возвращает в мир поражений и побед, в мир, где никто не обещает дать на любой вопрос ответ. В нем юности шальные годы мне приоткрыли жизненно, что не бывает непогоды, когда есть вера и любовь. Перевязав сомнение рану, я покорил мечты этаж, и там желанную нирвану спокойно взял на абордаж.